Так, народ, смотрите, решил потроллить, сука, ребят, короче. Чувак спрашивает, где вы выбили систему на больше? Ну, естественно, я ему напишу на 3G големе, которого уже нет. Смотрите, сейчас мы смотрим, будем троллить. Так, они небось не знают, да, чего вообще. Ну, фонаря делать нехрен, ничего. Подружите, ребят. Раньше никому не нужен был вольт, а потом сейчас загорелось в печенках у кого-то. Маленького. Спрашивает ранга маленького. Троллим, короче, вообще бон. Сука, не понять их понимаю, что у меня есть другой аккаунт. Никогда не знаете, блядь. А я знаю. Троллить теперь можно долго. Система. Сидел тут уровень, все хочу поднять. Паду, никто не хочет даже из клана жопошники вытащить меня. А что-то пишет. О, дебил, блядь. Я же говорю, дебил, блядь. А сейчас ли...
Во! Ну как-то так. Ну значит, купить 75 платины стоит готовую. Две карты продай, типа перенаправление фу, и купи в магазе. Вот и все, в принципе. А самый дешевый варфрейм, самый офигенный считается по цене, по характеристикам своим различным. Ну да, он их хоть что. Тут, блядь, можно одну карту продать, он фу, перенаправление, и купить варфрейма. Вот. При входе 50 дают, что он дома докачал. А зачем у бомжа пряник просить, когда у него его нет? Умный, сука, бля, сука, жопа, штихи. Какие же я люблю их, блядь, а? Во. Нах мне покупать что-то у тебя, если у тебя толком нету. Во. А был бы ты продал и не пиздел, что у тебя нету. А, типа я ж не знаю, что он есть или нет. Вот. Раз. Походу я с ошибками пишу, но пофигу. Так, иди в... А, теперь пользователь игнорирует вас. Там, тарара-там, опа, и вы затронули очередного тупика, тупик, хо. А почему тупик? Потому что, сука, после обновления, а были бы гайды, сука, вы смотрели гайды, дали видосы хорошие какие-нибудь на канале, на каком-нибудь нормальном, вы, блядь, сидели хотя бы, не знаю, иногда изредку выходили на вики, или это хотя бы какая-то была бы у них полезная информация, они бы жрали ее, да, то есть, то они бы сейчас бы не тупили. Действительно, народ, можно было совершенно спокойно 75 единиц платин, это не очень-то и много. Причем, прокачать карту, например, замаксить он практически до фу перенаправление, да, или
предположим, да, живучесть совершенно можно, кстати, затрудненно, но прокачать и получить, грубо говоря, за нее от 75 и там более платины за одну карту. То есть и времени потратится намного меньше, да, и усилий. То есть попросту ходить на выживание, даже там с третьим, с четвертым рангом, но совершенно легко идет. Ее будет за макси, там, до четвертому рангу можно спокойно, там, не одну даже прокачать. Если, конечно, ну, усиленно над этим все работать. Просто, видите, немного включить элементарно логику, чуть-чуть поразмыслить, там, что-то поварить мозгами. Если нет, там, зашли в Вики, зашли, там, на какой-нибудь, там, YouTube, посмотрели какой-то видос, вот, например, вот мой, да? Сейчас. Совершенно, в принципе, просто. Вот. Для совершенного примера и убеждения я вот зайду в торговлю. Так, продам зазубрины. Ну, это не то, значит, да? Упрощенное мышление. Не то, продам зазубрины. Так. Вот, смотрите. Значит, вот. Продам зазубрины. 7 из 10 за полтинник платины. Вот, предположим, зазубрины. Продать. Ну, что можно? Так. Одно тоже спамнят, значит. Так. Да, расы не то. Ну, тут особо-то, скажу. Ну, цена, та же цена, хотя еще тут не грамм. Продам. Куплю фу, слепую ярость. Или 8 из 9, или... Ну, тут видите, да, то есть можно там спокойно на карточках тут. Седьмого уровня за 60 платины тут. Ну, много чего тут может быть. Вот смотрите сейчас. Для примера попробуем сейчас. Так, сколько... Так. Так, забыл карту. Да. Пишем фу. Зачем пишем куплю? Ну, это так, знаете, чисто развод, конечно, на... Так, фу, значит, так, фу. Ты... А куда она делась? Ну, в принципе, так, да, сейчас подождем, если что, надутся, то есть игнорируют нас. Ну, идет, потому что... Вот, так. Ну тоже. Вот, ну или, в принципе, так. Пишем. Так, куплю фу перенаправление цены ВЛС. Все. И ждем, предположим. Конечно, сейчас нудно будет все, потом подождать, это минут 6-7 нужно. То может еще поспамнить там раза два. Но вы сейчас узнаете действительно цену. Предположим, ну я говорю, цена стандарта это 75 платины. 75 платины там. За фу прокатчик, короче, где-то так. То есть, вот, смотрите. Ку. Чё ку, блин? Хотя, смотрите, ху. Вот, 8 из 10.
Так, вот сколько стоит, предположим, ну, просто мы узнаем цену, так, из 2-3 лица посидим, поспамним, мне делать нечего, в принципе, блин, хотя нет, у меня дело есть, что мне уровень надо поднять, ну, сука, никто не хочет меня провести, так, и не хочет, так говорить, сука, ну, обратно же, 80, это, если честно, туфтология, наверное, туфтология, там, то есть... Так, вот 8 дроп ставим. Где-то палка стана. А, так, блин, а. Так. Смотрите, сейчас смотрите, я кидаю какую замануху. Типа так, 10. Меньше. Так, ну я рассчитывал на фул, 10, но у тебя меньше. Паутинник, блядь. ПМ. Ну вот. Это своего рода тоже такая фишечка развода, да, типа пригужу цену, потому что на самом деле 7 из 10 даже не знают реальных цен. То есть кто-то там, блядь, постоянно. А, 60. Пишем 60. 60. Вот, значит, ну, обратно просто сидим в торговле. Смотри, перенаправление 80 сколько стоит. Сука, смотри, какая барыга, блядь. Ты смотри, какая барыга, а? Просто идиот, сука, я как и говорю. Сука, я же говорю, блядь. Я не придумаю народ там на ходу, их да, не хочу кого-то там наебать. Извините за выражение, там, если меня кто-то смотрит младше. А, 16, блядь. Но все-таки. Пришим. Дроп 80. Ну, вот стандартная цена. Вот, смотрите, он даже, сука, не знает стоимость карты. То есть они изначально в этом трады не сидели, ну, именно торговли, когда все развивалось. Говорю, Warframe это такая вообще, то есть чем дольше вы тут находитесь, чем больше у вас опыта, тем вы умнее и хитрее. А еще вы, если у вас с башкой, то можно еще и на донат разводить, то есть на карты многие разводят, да, здесь как? То есть цены завышают там в 2 раза, блядь. Это просто пиздец. Я, конечно, не страдаю такой херенью. Потому что стараюсь быть честным. Хотя, ну, раз некоторые говорят, что да, ну, Калюх, у тебя карты есть, давай забарыжим ими. Я их продам тебе еще, блядь, наваришься.
Пишем. То есть я знаю, что у меня в клане живучесть фул полностью прокачанную продавали за 300 платины. Ну за нахуй застрелиться 300 платины. Блять, за живучесть. Смотрим, что он написал. Я думаю, 100. Вот, за 100. Так, ну нормально, я согласен на такую цену. Но доната нет. Это развод. Понял, а ты повелся. Главное инфа. Все, дадим ему. Ой, так. Троллинг номер два, далеко, не учитесь, сука. Учитесь, пока я живой, сука. Так, закрываем. Пиздец, с вами был Николай Партийный, до скорого, всем удачи. Не будьте наебанными, не объебывайте других, блядь. Так, вот так-то.